Всем привет, друзья! Вы на канале Bad Boom, и здесь мы рассказываем интересные истории из мира спорта. Не забывайте подписываться, ставить лайки этому видео, писать комментарии. Давайте начнем. Евро 2024 уже на носу, а значит, самое время поразмышлять, кто же в этом году сможет взять долгожданный трофей. Может, это будут англичане, которые везут очередное золотое поколение, разбавленное чемпионами. Или французы в очередной раз подтвердят свой класс на большом турнире. А может быть, десятилетнее похмелье немцев после победы в чемпионате мира закончится в родных стенах? Попробуем рассказать о раскладах. Поехали! Начнем со сборной Англии. Последние годы команда Саутгейта останавливается в нескольких шагах от трофея, и он так и не доезжает до дома. Полуфинал на чемпионате мира в России, четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, а также обидное поражение от Италии по пенальти в финале Евро 2020 на родном Уэмбли. Однако именно сейчас настал идеальный момент, чтобы прервать череду неудач, ведь у Англии собрался мощнейший состав. Сплошь чемпионы и участники гонок за титул. Букайо Сака, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Джек Гриллиш, Фил Фоден, ну и, конечно, капитан Харри Кейн. Кстати, Гарету Саутгейту невероятно повезло, ведь его футболистов в клубах готовили топ-тренеры. Карло Анчелотти вовсю натаскивает Джуда Беллингема и так успешно, что болельщики Реала уже называют его новым Зиданом. Талантливый полузащитник, лучший бомбардир сливочных в чемпионате. Такие парадоксальные факты в биографии есть только у лучших. Основную воспитательную и наставническую работу над сборной трех львов все же делают тренеры АПЛ. Пеп Гвардиола подготовил для команды Саутгейта сразу нескольких звезд. Нашел новую позицию в опорной зоне для Джона Стоунса, облицевал Кайла Уокера в лучшего защитника Сити и приучил к чистой игре в обороне. Также каталонец старательно прокачал Фила Фодена до уровня первых лет Лео Месси. О Фодене у нас, кстати, был отдельный выпуск, вы можете найти его на канале. Вдобавок Гвардиола отдал на аутсорс в Челси воспитанника горожан Коула Палмера, который стал олицетворением всей команды Маурисио Почеттино и наверняка также получит свой вызов. Покидающий Ливерпуль Юрген Клопп также не остался в стороне. Еще год назад он в своем стиле переформатировал Трента Александра-Арнольда под игру в центре поля. Так здорово, что Саутгейт сам решил попробовать защитника в опорной зоне режиссером атак команды. Деклан Райс, чьи голы помогли Артете вырывать победы на последних минутах на протяжении всего сезона. И Букайо Сака на правах лучшего вингера премьер-лиги приедут из Арсенала творить настоящую магию. Саутгейт на седьмом небе от счастья от такого подбора футболистов, а это самое небо держат упомянутые Атланты. Совсем недавно в сборную был приглашен 18-летний малыш Коби Мейну, за полсезона ставший основным, а главное стабильным игроком Красных Дьяволов. Кстати, советую обратить внимание на этого паренька. Но в сухом остатке имеем следующее. Если фаворитизм Саутгейта не сыграет злую шутку с бритами вновь, то сборная Англии имеет неплохие шансы на победу в этом турнире. Если кто-то и может остановить команду трех львов, то это именно сборная Франции. Из звучных английских фамилий можно собрать как минимум 3 полноценных состава. А вот французов хватит аж на целых 5. Мбаппе, Дембеле, Гризман, Камавинга, Чуамини, Жиру, братья Эрнандесы, да тот же потерявшийся в Саудовской Аравии Бензема в конце концов. Поверьте, там есть еще много кого. Дидье Дешаму предстоит нелегкий выбор в старт своей футбольной махины. Обидная осечка полтора года назад в финале катарского чемпионата мира лишь подтверждает тот факт, что Франция – неоспоримый фаворит. Мбаппе сейчас заряжен как никогда. На фоне трансферной эпопеи с мадридским Реалом Килиану необходимо доказывать свой статус одного из лучших европейских футболистов. Другая черепашка-ниндзя из ПСЖ – Усман Дембеле – тоже сейчас переживает небывалый подъем. Во Франции он явно получил глоток свежего воздуха. 6 лет в столице Каталонии прошли очень турбулентно. Француз нередко сам создавал себе проблемы, но отношение фанатов было чересчур жестким из-за суммы, которую сине-гранатовые однажды отдали за него. Бывало, что Камп Ноу свистел после каждого касания Дембеле. Вендетта настигла Барселону в 1/4 Лиги Чемпионов. Оба матча против бывшего клуба француз провел на твердую пятерку. 2 гола, заработанные пенальти и награда лучшему игроку матча. Месть – это сладкая штука, а потому во время дилижанса по Каталонии Усман очень часто улыбался. Сейчас смело можно утверждать, Дембеле на пике формы, и сборной Франции это только на руку. Тем более, что немецкий газон Усман знает как облупленный по выступлениям за Боруссию. Так что если французы выиграют нынешний Евро, я думаю, никто не удивится. А вы как считаете? Напишите об этом в комментариях.
Футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. Слова, сказанные однажды Гарри Линнекером, уже 10 лет теряют свою актуальность. Последний крупный успех Бундестим датируется далеким 2014 годом, когда ей покорился бразильский мундиаль. Немцы зарядились разгромом над хозяевами турнира, бомбардирским духом Мира Клоза и победным голом малыша Гёдзе. Заряда хватило на неплохое выступление на Евро-2016, где удалось добраться до полуфинала. А дальше было крутое пике. Два провала на чемпионатах мира, где немцы не выходили из группы, и фиаско в матче 1/8 финала против Англии на предыдущем Евро. Нечто подобное наблюдалось в конце 90-х, начале нулевых, когда Бундестим никак не могла встать на рельсы и вновь обрести себя. Проехаться Локомотивом удалось лишь на чемпионате мира 2014 года. Европейский же титул не покорялся немецкой машине аж 96-го года. И вот домашний турнир Евро-2024. Перед отобранными без группового этапа на правах хозяев на немцах лежит огромная ответственность. Нужно покончить со стагнацией и показать результат перед домашним зрителем. Для этого Федерации футбола Германии решились на смену тренера. Как раз без работы сидел Юлиан Нагельсман, который отлично проявил себя в Баварии. Его увольнение большинство болельщиков посчитали несправедливым, особенно на фоне результатов Томаса Тухеля, которого взяли на его место. И как результат, мюнхенцы впервые за десяток лет отдали первое место в чемпионате. И современная Германия под руководством молодого тренера смотрится весьма убедительно. В обороне стабильный Кимих и очень мощный Антонио Рюдигер, который доказал, что является монстром персональной опеки, обезвредив самого Эрлинга Холланда. В полузащите Илкай Гюндоган, главный любимец Гвардиолы, из-за своего невероятного, запредельного футбольного интеллекта. На острие атаки Шумахероподобный Лерой Сане и универсальный столб Кай Хаверц, перезагрузивший свою карьеру в Арсенале. Нагельсман собрал мощный состав, но, пожалуй, самый главный человек в нем – это Тони Кросс. Амбассадор точного паса, вернувшийся в сборную по просьбе нового специалиста. В свое время Кросса, одного из лидеров сборной, обвиняли в провалах команды и болельщики, и эксперты. Лотар Матеус сказал, что полузащитник больше не игрок мирового уровня, а Ули Хеннес сказал, что Тони слишком медленный для современного футбола. После таких слов Кросс объявил о завершении карьеры в сборной в 2021 году, заявив, что хочет сфокусироваться на игре за Реал. Однако уже в начале этого года на одном спортивном подкасте Кросс рассказал, что после долгой беседы с Нагельсманом он все же принял решение вернуться. Этот камбэк я считаю ключевым фактором, который может помочь наконец-то порадовать болельщиков сборной Германии в родных стенах. Тони словно старт, железный человек в основе Реала. Возможно, этот опытный игрок сможет вытащить сборную из кризиса. А как вы думаете? Напишите об этом в комментариях. Мы все помним, как испанское трижды золотое поколение, может быть, лучшее в истории Фурия Роха, доминировало на мировой арене в нулевые десятые. Мышечную память той великой команды хранит единственный ныне играющий в сборной представитель – 38-летний Хесус Навас. Правда, поведет красную фурию за собой уже не Луис Араганес и не Винсенто Дель Боске, а Луис де ла Фуэнте – неизвестный широкой публике специалист, однако уже успевший выиграть с национальной командой свой первый титул. В прошлом году испанцы стали лучшими в Лиге наций. С того времени обойма игроков у Фурии на зависть многим. В обороне будет чемпион всего Дани Карвахаль, в полузащите Родри и Педри, в атаке талантище Ламин Ямаль. Этот игрок вообще настоящее открытие всего европейского сезона. Новая звезда Барселоны. Только Альваро Мората вызывает опасения, но менять его особо некем. Гави, увы, пропустит Евро из-за травмы. А вот у лидера полузащиты Родри, на мой взгляд, прямо сейчас идет самый яркий период его карьеры. Пеп Гвардиола поработал на славу и прокачал полузащитника до уровня суперзвезды. Победа Манчестер Сити теперь зависит исключительно от него. Да и в сборной у Родри есть не только все шансы превратиться в нового Бускетса, но еще развить эту позицию, добавить скорости, динамики и мощи. На предстоящем Евро Родриго однозначно будет одним из краеугольных камней тактики сборной Испании. А что касается Ямали, так это вообще фантастика. Только вдумайтесь, парню, который играет в основе Барсы, всего 16 лет. Недавно даже шутили, что Ямаль пропустил один из матчей Ла Лиги из-за теста по математике в школе. И правильно, математика пригодится, чтобы складывать суммы, которые Лапорта будет прописывать в будущих контрактах нового Месси. Ламин Ямаль – самый дорогой футболист мира в возрасте до 23 лет. Его трансферная стоимость за последние полгода стремительно взлетела с 11 до 145 миллионов евро. Я уверен, что паренек из Академии Барселоны, как и вся сборная Испании, даст огня на предстоящем Евро. Ведь это настоящая смесь молодости и опыта. Такими я вижу четверку фаворитов на предстоящем Евро. А как вы считаете,
кто сможет себя проявить. Бельгия под предводительством бывшего тренера «Спартака» Доминика Тедеско. А может, ветеран Лука Модрич дотащит свою Хорватию до финала? Или вы верите в Грузию, которая волшебным образом отобралась на Евро? Напишите свое мнение в комментариях. Давайте подискутируем на эту тему. Ну и, конечно, не забудьте подписаться на канал Bad Boom и поставить лайк этому видео. А мы будем продолжать радовать вас новыми футбольными историями. Пока!